В Чувашии новый начальник управления ФСБ. Им стал генерал-майор Игорь Кобыличенко. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Сегодня с новым руководителем встретился глава Чувашии Михаил Игнатьев. В органах госбезопасности Игорь Кобыличенко работает 29 лет. Имеет государственные награды, в том числе медали ордена за заслуги перед Отечеством. Уже состоявшийся, опытный и, так сказать, результативный руководитель. Более 5 лет возглавлявший УФСБ по Карачаево-Черкесской республике. Он, безусловно, не просто разобьет лучшие традиции, быстро войдет в курс дел, но и обеспечит эффективное решение стоящих перед управлением задач.